100 золотых мест Красноярска. Магазин секонд-хенда и винтажа «Свалка». Когда нам что-то не нужно, мы говорим: слушай, давай на свалку это выкинем. Но только в нашем случае получается, что вещи, попадая на свалку, обретают вторую жизнь. И эта вторая жизнь, она по разным направлениям в дальнейшем развивается. Часть вещей после сортировки попадает в продажу. На нашей же площадке, у нас здесь больше 500 квадратных метров торговых площадей. Можно посмотреть и присмотреть себе что-то, что кому-то когда-то было не нужно, а весьма вероятно, вам именно эта вещь сейчас и нужна. Большая часть вещей, которые мы предлагаем, они с историей. Кому-то это непонятно, кому-то это дико, а для кого-то это прямо то, что нужно. Потому что вещь с историей, она имеет свою цену и свою ценность. Второй момент – это часть вещей, которые не пригодны для продажи по каким-то причинам после сортировки. Они уходят в благотворительность. Это прямо реальные сотрудничества с разными фондами, с разными центрами, которых у нас уже тоже есть целая история, и не только в городе Красноярске, а по всему краю. И третий момент, самый мизерный – это то, что отдается в переработку, в утилизацию. Из того, что не подошло к продаже или к благотворительности – это утилизация. Это то, для чего нужен проект. Но если мы говорим про саму площадку, про нашу свалку, которая находится в центре Красноярска, то для многих это место встреч уже сегодня. Вы можете увидеть здесь совершенно разные эпохи. И советские эпохи, и середину прошлого века, и начало 90-х годов, и современные вещи, которые, ну, по каким-то критериям кому-то стали не нужны. Многие люди приходят сюда, это еще одна такая вторая категория, как в музей. Потому что здесь можно посмотреть: а это вот как у бабушки, а это у меня у родителей было, а вот такое когда-то я видел в пионерском лагере или когда учился в школе и так далее. Здесь есть винтажный отдел, винтажный как бы бутик мы его называем. Это порядка 30 квадратов вещей с историей 25 и старше лет. Для разных вечеринок, для каких-то ретро-стилей или просто если вы поклонник тех фасонов, тканей, направлений, которых сейчас, возможно, уже даже не выпускают. Примерно квадратов 40 – это библиотека, как мы ее называем. Ну, по сути своей, это такой букинистический отдел. Есть у нас здесь отдельная комната, которая называется дебош. Это наш такой аттракцион, где можно прийти, если вдруг вы хотите сбросить агрессию или снять стресс, взять кувалду и разбить или поломать что-то без ущерба для своей психики и без ущерба для окружающей среды. Проект «100 золотых мест Красноярска» создан при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».